Я вас приветствую. У меня тут есть немножко новостей. Знаете, они такие освежающие. Ну, конечно, для России они всегда не очень веселые, эти новости. Ну, во-первых, такая самая основная новость, что готовится шестой пакет санкций для России. Ну, и он должен быть такой, знаете, очень объемный. В нем планируется как бы установить эмбарго для российской нефти до конца года. Это очень серьезная вещь, потому что Россия практически каждый день получает за свою нефть миллиард долларов. Ну, как говорится, сколько веревочки не виться, а окончание ее будет. Также эти санкции будут предусматривать запрет каналов, пропагандистских каналов, которые работают в европейских странах, российских пропагандистских каналов, они будут запрещены. Две страны, Венгрия и, по-моему, Словения или Словакия, знаете, я немножко спутала их, они как бы в эти санкции, надо полагать, они-то будут участвовать, но не так быстро, потому что эти две страны очень зависят от энергоносителей из России. Но, тем не менее, они поддерживают эти санкции и будут, как бы, Евросоюз будет всеми силами пытаться изменить ситуацию в этих двух странах и определить их другого поставщика энергоносителей. Ну, а тем временем посольство России призвала Соединенные Штаты перенаправить неуемную энергию. Знаете, посольство России теперь, и ее именно руководитель Лавров, в последнее время превратились даже не в пропагандистов, я бы сказала, а в каких-то таких злобных шавок, которые периодически выскакивают и лают, лают на слона. Ну, Соединенные Штаты – это слон, а это, знаете, такие моськи, моськи, которые выскакивают и лают. Американские власти признают связь роста цен на топливо в Соединенных Штатах с введенными против российских энергоносителей санкциями, заявили в посольстве России в США. В дипмиссии призвали США перенаправить силы на решение собственных проблем. Они что хотят сказать, что санкции, они как бы не так бьют по России, как больше они бьют по Соединенным Штатам. Но они не учитывают того, что люди, которые живут в ЕС, и люди, которые живут в Соединенных Штатах и присоединяются к этим санкциям, они не хотят иметь ничего общего со страной-террористом, со страной, которая с какой-то стати напала на свою соседнюю страну, и не первый раз уже, и убивает тысячами мирных жителей. Если в одном Мариуполе только мирных жителей погибло больше 20 тысяч. И поэтому как бы надо понимать, что иногда люди, выросшие в демократии и в западных ценностях, они понимают, что собственное благополучие ставится ниже того, чтобы наказать преступный режим. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем Соединенных Штатов. Повторяю еще раз. Сказано в сообщении. Санкции окажутся безрезультатны, уверены в дипмиссии. Так заявили, что укрепление российской валюты говорит об устойчивости экономики и финансового сектора. Знаете, когда говорят за устойчивость укрепления рубля, мне это смешно. Написать можно что угодно, курс. В свое время в Советском Союзе, я помню, курс доллара был там, и рубль курс доллара был, и 90 копеек, и 87 копеек. Написать можно что угодно. А какой курс на самом деле? Как послушаешь людей, которые там живут, вы можете сами, россияне, пойти и попытаться купить за 60 с чем-то рублей доллар. Продадут ли вам за такую цену? Или вам надо будет покупать где-то с рук?
какие-нибудь еще фальшивые доллары за 250-260 рублей. Поэтому, знаете, очень тяжело выбирать российские новости. Там вранье на каждом шагу и хамство на каждом шагу. Но, по-моему, больше всех переплюнул за эти дни сам глава Министерства иностранных дел Лавров, который совершенно беспардонным хамским образом заявил о том, что Гитлер, он, наверное, тоже был в какой-то там степени еврей. Кто там у него был еврей? Мама еврей, папа еврей, дедушка еврей. Конечно, такое заявление глубоко возмутило жителей Израиля, переживших Холокост, глубоко возмутило всех нормальных людей во всем мире. И поэтому министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинения от России после слов МИД Сергея Лаврова о евреях и Адольфе Гитлере. То есть, по словам Лаврова, получается, что евреи как бы сами себя убивали. Если Гитлер был в какой-то степени имел еврейскую кровь, то это получается, что это евреи сами себя уничтожали. Это очередное переписывание истории России и ее вот этим вот МИДом, который давно уже не МИД. Знаете, у меня такое впечатление складывается, что Лавров, который вот такие вот вещи, извините, ляпает языком, он, наверное, хочет уйти с этой должности. Вот знаете, вот он такие вещи говорит. Люди, которые его знают, вот блогеры там многие же выступают, люди, которые его знают не одно десятилетие, говорят, что это был нормальный дипломат с нормальными, так сказать, взглядами. Ну, знаете, меняются люди со временем, деньги развращают человека. А он вот купил перед войной сеть супермаркетов в Соединенных Штатах, и тут, упс, на него накладывают санкции. Конечно, зло берет. И поэтому, я думаю, он все-таки хочет каким-то образом, чтобы его уволили. Он же, по-моему, уже как бы в прошлом году, в позапрошлом году ходили такие как бы слухи о том, что он просил его уволить с этого поста. Да и старый он уже. Человек, видно, хотел наслаждаться своими там женами, она у него не одна, там официально, неофициально. Хотел наслаждаться жизнью в той стране, в другой, не в России, конечно. И тут, увы, увы, ему было отказано. И я так думаю, он как человек хитрый и умный, он решил пойти другим путем. Ну вот буду ляпать, что попало. Глядишь за это и уволят. Ну, понимаете, уволить могут, а могут и туда притянуть, на Цугундер. Израильский, да, глава МИДа, израильского МИДа подчеркнул, что высказывание российского коллеги скандально. По словам Лапида, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Израильский министр пояснил, что государство прикладывает все усилия для поддержания хороших отношений с Россией. Но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом, сказал Лапид. И накануне сообщалось, что посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснения после слов министра иностранных дел России. То есть, извините, объяснитесь, товарищи, что же вы такое ляпаете языком. Ну и такая освежающая новость, россияне, для вас, например. А в самой России тем временем взятки прошли негладко. Число пойманных коррупционеров выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Какие суммы чаще всего оказываются в конвертах? Оказалось, что чаще всего оказываются суммы, ну, где-то 10 тысяч. Такие небольшие, знаете, там, на коробочку, на пару коробочек конфет. В России за январь-март 2022 года зарегистрировали на 20% больше случаев дачи взяток, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные Генпрокуратуры. И все же общее количество подобных преступлений относительно невелико. За весь 2021 год их выявили 9500. Ну вы же понимаете, это выявили, которые хотели выявить.
а которые миллионные откаты и миллионные взятки и прочее, которые получают там друзья основного главного руководителя, они же тут не учитываются. Это безусловно. Я думаю, вот это вот связано с тем, что поскольку последний февраль, март, апрель, Россия ввязалась в такую войну, деньги в бюджет не поступают в том количестве, в котором они должны поступать, а расходы растут многократно, понадобилось потрясти тех, которые берут взятки. И я думаю, что скоро, как сказать, будут уже и проводить раскулачивание олигархов, вполне возможно. Тех, которые не являются самыми приближенными к Вове Путину. У нас еще, как сказать, у нас еще эти новости впереди. Впереди. Тем временем в Евросоюзе нашли, чем заменить импорт российского газа. Там же как, нельзя ж трубу перекрыть, а газ где брать? И знаете, газ это ведь не только отопление, допустим, там и покушать приготовить. Хотя это тоже очень важно. Ну, покушать приготовить в крайнем случае можно на электричестве. Обогреть дом тоже электричество. Но есть же производство, скажем, в той же Германии, которые потребляют огромное количество газа. Я вам скажу, что электроэнергия, которая потребляется производствами, она в 1000 раз больше, чем та, которую мы потребляем своими вот этими лампочками, там, компьютерами и прочими там, стиральными машинами. Я почему знаю? Потому что я когда работала на металлургическом комбинате, и там останавливался какой-то агрегат, то для того, чтобы его запустить, там нужно было такое количество электроэнергии. Тогда были какие-то проблемы, это было начало 90-х годов. То такое количество требовалось энергии, что делали вот эти веерные отключения. Ну, такое было. То есть не давали людям там на полгорода, а то и больше, а для того, чтобы запустить какой-то агрегат. Это очень серьезные вещи. Точно так же это за электроэнергию, точно так же и с газом. То есть если вы там на горелочке пожарили картошечку, там, ну, вы немножечко использовали газа, да? Особенно у тех, кто баллонами пользуется, наверное, еще есть такие люди. Сами знаете, насколько вам его хватает. А если это какая-то уникальная, там, допустим, доменная печь или еще какое-нибудь там производство, о, там огромное количество идет. Ну, поэтому, по данным агентства Bloomberg, власти ЕС планируют активизировать сотрудничество в энергетической сфере со странами африканского континента, чтобы заменить импорт газа из России. То есть, понимаете, теперь потоки инвестиций будут перемещаться. Те, которые шли в Россию, пойдут в Африку. И там страны начнут как бы свое развитие. Страны будут работать напрямую, допустим, с Евросоюзом по какому-то газопроводу. Может и в Африке там, знаете, будет наступит уже какой-то там больший расцвет экономики. В Брюсселе уже разработан черновой вариант документа, в котором указывается, что в западной части африканского континента, где находятся Нигерия, Сенегал и Ангола, много неразработанных запасов сжиженного природного газа. Также власти ЕС хотят подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем с целью увеличения поставок сжиженного газа в Европу летом этого года. Летом. Это уже когда лето у нас? Очень скоро. Кроме того, Евросоюз рассчитывает удвоить пропускную способность Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана. Но самое интересное, здесь этого нет, это я читала в другой новости, что Россия и тут пытается отхватить лакомый кусочек. Россия предложила уже свои, так сказать, услуги по строительству газопровода, который будет идти с африканского континента в Европу. Там его протяженность что-то будет самый протяженный в мире. Сейчас какой-то там по России идет самый протяженный газопровод, 5, по-моему, с половиной тысяч километров. А этот еще больше, 5600 километров такой должен быть газопровод. И Россия хочет отхватить этот лакомый кусочек, чтобы строить. Так кто ж ей даст? Ей же никто не даст. Аж под санкциями.
как-то люди этого не понимают. Я думаю, Россия все время ждет, что вот-вот-вот Европе и миру это надоест. Вот Европе и миру это надоест, и они там эти санкции прекратят. Нет, не прекратят. Она может поинтересоваться у Ирана, который 40 лет под санкциями. Уже, наверное, и тех нету людей, которые накладывали эти санкции. Ну, кто-то есть, кого-то уже нету. А Иран продолжает быть под санкциями. Дальше такая новость, освежающая. МИД назвали в МИДе, в России, конечно, назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО. То есть до того, как Путину стукнуло в голову пойти войной в этот раз в Украину и убивать там жителей, он себе преспокойно жил бок о бок со странами НАТО. Как-то там Латвия, Литва, Эстония, Польша. Ну, с Польшей, ладно, не граничат, но тем не менее. Совершенно это было рядом и очень близко, через такую небольшую Белоруссию. И ничего, так сказать, не умирал от этого. Страстно старался дружить с Турцией, которая самая такая, одна из заядлых стран НАТО. Ну, а тут, пытаясь какие-то вот эти глупые объяснения сделать, МИД просто, знаете, МИД России, ну вот просто позорит себя, как такие некомпетентные, такие глупые, грубые, невоспитанные люди. НАТО не оборонительный альянс. Эти слова фикция, утверждает Захарова. А вступление в блок Швеции и Финляндии грозит разбалансировкой европейской безопасности. Мне вот очень интересно, чтобы хотя бы раз привели пример, когда НАТО на кого-то напало. НАТО, не армия, допустим, Соединенных Штатов Америки, которая, допустим, участвовала в там, Афганистане, она участвовала в событиях в Югославии, а именно конкретно НАТО, какая-то страна взяла и напала на Россию. На Россию. Трудно вспомнить, потому что такого не было. И даже в Советском Союзе там всегда тоже про НАТО рассказывали, НАТО, НАТО, НАТО. А тут напротив стояли страны Варшавского договора. Нет, не нападало. Я так полагаю, в какой-то степени, когда был Советский Союз, и были вот эти страны, которые входили как бы в социалистический блок, ну, такие Польша, там Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, в какой-то степени это облегчало Советскому Союзу жизнь, потому что это были страны, в которых можно было дешевле купить хорошие товары, чем, допустим, там где-нибудь во Франции, в Англии, в Америке, да? И в то же время было куда продать свое. А после того, как эти страны ассоциировались с Западной Европой, этот рынок, он значительно закрылся для России, в частности. И поэтому вот под всякими такими надуманными предлогами Путин старается каким-то образом расширить свое влияние на эти страны. Отсюда и вот эта его большая геополитическая ошибка о том, что развалился Советский Союз, ну и так далее, и так далее. Не забываем, что эти страны были оккупированы, что там стояли войска Советского Союза. И в той же Германии, и в той же Венгрии, и в Чехословакию вошли в 68 году. То есть Путин, как он страстно желает, чтобы это было и дальше так. Вот в Белоруссию вошел там своими войсками, стоит. В Украину захотел войти и стоять тут своими войсками. А тут упс, и не получилось. Облом такой. Ну и поэтому теперь они придумывают. Они ж не с Украиной воюют, да? Они ж вам, россияне, рассказывают, что воюют с НАТО. Ну, они же этого хотят, они этого хотели. Ну и теперь, так сказать, вы пожинаете плоды. Так это ж еще санкции не начали работать. Еще ж Россия, она ж еще по следствию инерции, она еще двигается. Еще товары есть, еще лекарства есть, еще там всякое оборудование какое-никакое работает. А вот дальше все начнет сыпаться.
И сможет ли Россия восстанавливать себя и свои производства, допустим, там с Индией, с Китаем сотрудничая, или с какими-то другими странами? Ну, в какой-то степени да, конечно. В какой-то не очень. Если те страны не очень захотят, потому что тогда те страны накажут. В общем, мир сейчас находится в такой турбулентности, в ужасной турбулентности. Я уже не говорю там, как... Российские блогеры, которые, ну, вроде бы оппозиционные блогеры, вроде бы они страстно хотят, чтобы Путина не стало. И в то же время они в каждом там своем видео нагнетают эту ядерную, как бы, бомбардировку. Они их страстно желают. У меня такое впечатление. Потому что каждое второе видео про это. А как он ударит? А где ударит? А когда ударит? Я уже в комментариях там начинаю читать, люди пишут, что, может, хватит уже. Это Фейгину написали, в частности. Они там с Гудковым и с Пиантковским обсуждали этот вопрос, и люди уже пишут, да хватит в конце концов. Такое впечатление, что они со всей силы пихают Путина в шею, да давай уже, давай же. Вот так было точно перед тем, как война вот это началась. Было точно такое же. В каждом было обсуждение, как эта война будет, да куда будет, да как пойдет, да как это. Такое у меня впечатление, что людей готовят к этому. Какие бы они ни были оппозиционеры, и как бы они себя не позиционировали, они так готовят людей к тому, что вполне возможно может быть ядерный удар. Не знаю, это мое мнение такое. Тем временем, такая освежающая тоже новость. Томас Бах, ну это вы знаете, это президент Международного олимпийского комитета, объяснил решение организации ввести ограничения против России и Белоруссии. Ну, по-моему, эти уже ограничения там не один год действуют. Хочу заметить, что этот товарищ, он так... По-моему, если не был немножко на оплате у Вовы Путина, ну, что-то такое было там, что-то было такое. Значит, по словам представителя МОК, нынешняя ситуация является уникальной. Это война в Украине имеется в виду. Ведь до сегодняшнего дня от международных соревнований не отстраняли страны, которые затевали военные операции, как здесь сказано, в различных странах, от Афганистана до Сирии. Но, тем не менее, это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Вы же понимаете, шли как бы олимпийские игры в Китае, а Россия в это время убивала мирных жителей в Украине. Я уже не говорю о тех, кто ее защищает. Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы должны были принять меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России в Украине. То есть... Мир проглотил, мир как бы терпел вот эти путинские хотелки, а потом упс, и все. И терпец урвался, это так по-украински говорится. Следующая новость, освежающая для россиян. Россияне не смогут голосовать за участников Евровидения 2022. В этом году Россия не принимает участие в песенном конкурсе. Господи, а вы помните, какие были это, как бы Россия вместо того, чтобы послать какого-то певца, и там, нехай он там поет, делала из этого политические какие-то мероприятия, ту бедную девушку, эту инвалида посылали там с каким-то так, скандалом, один год не пошла, второй там еле-еле получилось. Потом еще какие-то бесконечные эти высказывания. Вот я ж, это я говорю о том, что вот в Европе это все терпят, потом бац, и все. И больше терпения нет. Организаторы музыкального конкурса Евровидения сообщили, что россияне не смогут принять участие в голосовании на предстоящем состязании, так как оно запрещено для жителей стран, которые в нем не участвуют. Передают РИА Новости. Россия не участвует в мероприятии, поэтому не может голосовать со своей территории. В ответ первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпека посоветовала россиянам без слез, в кавычках, расстаться с Евровидением. Евровидение давно уже стало политизированным мероприятием. Извините, что все горло зацепило. Евровидение себя дискредитировало, и переживать по поводу того, что наших исполнителей там не будет, наверное, не надо.
Мы теперь проводим собственное добровидение. Надеюсь, что наши зрители увидят его по Первому каналу и по каналу «Культура». Это не соревнование, это выступление наших народных исполнителей, поэтому с Евровидением надо расставаться без слез. Я, знаете, я по поводу этой новости вспомнила, как мы в 92-м году, я поехала с детьми, со старшей дочерью, младшей, отдыхать в Феодосию. Это была такая путевка, если кто знает, да, там тебя помещали жить на квартиру, а питались мы в ресторане. Ходили кушать туда. Ничего, нормально было. У нас были замечательные хозяева, там нам выделили комнату, пожалуйста, там. Хоть и бери из холодильника, что хочешь, кушай. Они такие были, хорошие очень люди были там. А в нашей, это наша группа была такая, а в нашей группе были там муж и жена, такие молодые, симпатичные. Очень остроумный он был. Этот муж, и вот сидим мы за столом, а мы сидели как-то за одним столом. И мы так сидим, видно море, такой ресторан, не помню его название, видно море, а направо на Медведь-гору. Вот. Ну и, значит, что-то там разговариваем, и он говорит, ну да, говорит, а прогулка по морю на катере в Артек, ну туда, в сторону Артека, заменяется пешим переходом через Медведь-гору за те же деньги. Знаете, оно, конечно, оно так было, это смешно. Ну, по-моему, эта прогулка должна была идти куда-то туда. Я уж не помню, в район Гурзуфа, что ли. Или, может, не помню куда. Ну, куда-то туда, в ту сторону. В ту сторону. В общем, что это? Прогулка на катере по морю заменяется пешим переходом через Медведь-гору за те же деньги. Вот. Вот это, по-моему, то же самое. Что Евровидение заменяется каким-то добровидением. Господи, ну название. Ой, ну просто, знаете, смех и бум. Ну и, так сказать, такая попалась мне интересная вещь. Это, я вам хочу сказать, это именно россияне. Это к вам вот эта новость. Владислава Галкина возродили, в кавычках, в продолжении «Диверсанта». Популярный военный многосерийный фильм вернется на экраны. Я не знаю, о чем этот фильм, безусловно, я никогда его не видела. Это я и Галкина, по-моему, я уж не помню, когда там, я его в этих «Дальнобойщиках» каких-то там видела, и тут, по-моему, только одну какую-то серию, что такое, и даже не помню. Актер Владислав Галкин, скончавшийся в 2010 году, вновь появится на экранах в роли Григория Калтыгина, персонажа из сериала «Диверсант». Его героя воссоздали при помощи технологии Deepfake, сообщили представители Первого канала. В четвертом сезоне проекта, получившем подзаголовок «Идеальный штурм», персонажу Галкина выделили 8 минут экранного времени. Так вот, если кто не знает, что такое deepfake. Deepfake – это переводится с английского такой глубокий обман. Это, знаете, вот как было, вы смотрите, как бы не верите своим глазам. Ну вот один из таких deepfake-ов, я помню, было на Фейсбуке, было такое, распространилось небольшое видео, где стоит Илон Маск на сцене и поет песню, которую пели земляне, по-моему, да, называлась эта группа, там «Земля в иллюминаторе», видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, ну и так далее, да, вот. Так ты смотришь, ну точно Илон Маск, ну вообще, знаете, был так хорошо было сделано, что совершенно было невозможно отличить. Так вот, я к чему это, вот эту новость, это как бы, знаете, она не политическая, но это глубоко политическая новость. Это говорит о том, что россияне, когда вам показывают какое-то, например, видео, и вы видите, что там Вова Путин, так вы можете помнить, что это называется deepfake. Понимаете? Что вам показывают не его, а совершенно другого человека. Только, ну, как бы, с обликом Вовы Путина. И вот этот вот, его, не знаю, один из последних, там, где он сидел и вцепился в стол руками, а рядом с ним сидел Шойгу напротив, не рядом, ну, рядом, я имею в виду, через стол. И вот это вот всех поразило, то, что он вцепился этой рукой.
А я подумала, что все думали, вот он цепился, чтобы не было видно дрожание руки. А я подумала, что это не про дрожание руки. Вполне возможно, его где-то, когда снимали там какое-то немного времени, ему нужно было так держаться для того, чтобы его тело не двигалось туда-сюда. То есть облегчить создание вот этого дипфейка. Потому что если, ну, вот так вот двигается голова, да, это ж хуже, обрабатывать ее потом в этой программе. А нужно, чтобы вот он сидел в одном положении. И вот он так и сидел. Вот он вцепился рукой, он держался так, и вот он сидел в одном положении. Там он или кто-то другой. Ну, его там немножечко поснимали, а потом, так сказать, сделали. Ну, не знаю, у меня осталось такое впечатление. Ну, а уж вот тот там, где якобы Вова Путин там встречался со стюардессами, так, ну, это же все видели. Потому что там, извините, он был таким человеком, которым сквозь стену может проходить, он там через микрофон проходил или что-то такое. Понимаете? То есть вот эта виртуальная реальность такая, это не очень хорошо, конечно, потому что это сплошной обман получается. Ну, а российские новости, я хочу сказать, это я вот 2 дня пытаюсь хоть что-то найти такое, в котором не будет хамства, грубости, вранья или еще чего-нибудь. Это очень сложно. Из таких новостей, которые касаются именно, ну, это для украинской части зрителей, уже очень большую, как бы, часть людей, мирных людей удалось вывести с Азовстали. Ну и теперь эти все бешеная свора российская кинулась туда, стараясь добраться до защитника. Очень тяжело. Почему не всех людей сразу эвакуировать? Потому что много людей осталось под завалами. И российские войска не дают туда зайти техники, которая может разбирать эти завалы. И поэтому люди разбирают их голыми руками. И поэтому я вот сразу подумала, почему первый день только вышло там 160 человек, потом еще вышло там количество. Под завалами люди находятся. А российские новости пишут, что это боевики Азова удерживают людей. Это, знаете, ну это такая глупость. А зачем им удерживать-то людей? Зачем им удерживать? Они же не выдвигают. Если они как бы держали людей в заложниках, они должны были выдвигать какие-то требования. А они же не выдвигали никаких требований. Они только как бы оборонялись и защищались. По крайней мере, хоть кто-то там останется живым. Ну, а мы верим в победу ЗСУ. Україна, слава Україні, слава ее защитникам. Перемога буде за нами. Угу.